Вот маленький обзор того, что здесь стоит. Давайте вот с этого края начнем. Тут вот и Петр Первый, который Церетели все собирается. Отдельно его корабль. Это железный фотограф. Видите, какой замечательный фотограф. Это охотник, похоже, который еще и с пилой. Ну, три богатыря, конечно. Почему-то один из них голубой. Во, какой набор часов и фотоаппаратов. Вот это да. Видели, какая красота? О, какой набор часов и фотоаппаратов. Ну, здесь надо отдельно все рассматривать. Рыцарь. Дон Кихот, по-видимому. Вот здесь у них бесплатная библиотека. Как я понимаю, тоже собранная на свалке. Можно прийти и почитать книжечки. О, давайте сделаем запись. Все прекрасно. Вот такую мы им запись сделали. Вот такую запись мы сделали. Так, идемте дальше. Я вам сейчас покажу, какие еще. Свалка, в принципе, вот она. Вон, видите, там эта свалка. Ну, интересно, что она не воняет. Раньше она воняла. А теперь она не горит. Ну, здесь у нас Пушкин. А, это сказки Пушкина. Создание Лукоморье. Старицын Андрей участвовал в создании. Вот тут баба со ступою. Баба со ступой. Вон там русалка на ветвях сидит. Русалка на ветвях сидит. Ну и Кощей, конечно, над златом чахнет. Вот смотрите, какое злато здесь у Кощея. А тут представлены музыкальные инструменты. И картины. Картина-то местных художников. Вот такие дела, мои хорошие. Видите, как можно из простого бросового дела сделать такую вещь, которая еще и кого-то интересует. Тут еще у них собраны различные виды бутылок. Дон Кихотом и мельницей, которая здесь стоит. А нет, вот тут еще и царь какой-то. Дорогие друзья, вспомните славного сына земли, князя Василия Шуйского, который в смутное 1606 году стал царем всей Руси, погиб в польском плену в 1610 году. Вот так. Это князь Василий Шуйский, царь российский. Все, спасибо за внимание. Я еще раз напоминаю, это свалка около города Шуи. Сюда возят обычный мусор. И творческие люди на этой свалке делают вот такие интересные экспозиции. Спасибо за внимание. До свидания. Здорово.